организацию этих праздников, значит, участвуют спонсоры. Потому что люди, которые любят свой город, хотят участвовать в возрождении города, они, я думаю, четко понимают свою ответственность и зачем они это делают. Поэтому я думаю, что нас харьковчане правильно поймут и поддержат в части того, что даже в той экономии и рациональном использовании бюджетных средств мы все равно найдем возможность финансировать, в том числе и из бюджета, такие праздники, как День Победы, как День города, освобождение Харькова, но и наши традиционные праздники, касающиеся тех же выпускников и тех же студентов, потому что у нас есть свои традиции у города. Мы не можем нарушить эти традиции. Найдем возможность, будем думать, как это делать.